Приветствую, друзья! Прошу подписаться на канал, ставить лайк. Заходим в запчасти. Заходим в автозапчасти. Заходим в фильтр. Мы можем искать по тексту объявлений. Например, вам нужно для салона что-то, либо бампера. Мы можем искать только в тексте объявлений. Выбираем регион. Есть ли доставка? Обращайте внимание, если вы хотите доставить, вот тогда. Смотрите, очень мало становится. То есть многие не заставляете, а продают из дома некоторые. Выбираем марку. Например, мне нужно на машину Nissan. Выбираю все. И 30 тысяч. Можно цену написать от и до. Состояние новое. Сразу мало становится. Не важно. Наличие есть на заказ. С фото можно. Можно сохранить поиск. В избранный добавить. Нажимаем показать. И вот смотрите. Мотор, двигатель, фото. Это вид предложения. Двигатель, установку масла. Вот, Nissan Qashqai, цена, можно добавить в избранное, чтобы ее не потерять, вот здесь она будет потом. Коротко написано, объявление куплено, хозяин объявления продвигает свое объявление, через человек посмотрели, 15 октября выложили объявление, то есть сегодня. КПП, Nissan 200 тысяч. Бу, фото можно посмотреть, поделиться можно, добавить в избранное. Город Алмата, есть доставка здесь. Обращайте внимание, сюда подходит для Nissan Tirana 93-96 года. Комментарий продавца. Другие объявления продавца. Легковые, автозапчасти, аксессуары мультимедиа, спецтехнику продают. Так, похожее объявление. Можно позвонить, написать. Это дата объявления. Сколько человек посмотрел это объявление? Вот. То есть здесь продают обычные люди, у которых личные. Кто-то делает бизнес на этом, кто-то просто у них личный. Кто-то продает, чтобы она просто не валялась, места не занимала. Да, с ними очень можно поторговаться. Компрессор, кондиционер. Шлейф руля, рулевой, под рулевой Qashqai. Так, вы можете сортировать. Сначала старое объявление, по убыванию цены, по возрастанию. Ставим лайк, подписываемся. Спасибо за просмотр этого видео.